Настроение замечательное. Сегодня действительно праздник. Праздник во всей стране, праздник в городе Череповце. И удивительно, что буквально с 8 часов утра у нас на некоторых избирательных участках была очень высокая активность череповчан. И в течение первого часа у нас есть избирательный участок, где проголосовало 500 человек. Мы на предыдущих выборах такой активности, именно вот эти утренние часы, не отмечали. И я надеюсь, что вот так активно будут наши горожане голосовать в течение всего дня. И я надеюсь, что будет выбор сделан страной, городом Череповцом. Есть технические вопросы, вопросы, связанные с работой комплексов электронного голосования, вопросы, связанные с организационными вещами, работой участковых комиссий. Но они традиционно возникающие в предыдущих выборных кампаниях. Мы их отрабатывали в рабочем режиме, оперативно работают и слаженно работают участковые комиссии, все вопросы снимают. Я думаю, что никаких нарушений не будет допущено, и кампания пройдет организованно.